На концерты музыкальной православной группы «Отпуст», которые проходят в Центральной библиотеке города Видное, люди идут с большим удовольствием, потому что уверены, что услышат хорошую душевную музыку. Концерты эти пользуются популярностью, наверное, потому что людям хочется хорошей музыки, хорошего настроения, хороших слов, текстов. И поэтому к нам приходят на концерт. В составе музыкальной группы священники Видновского благочиния, педагог детской школы искусств и прихожане. Идейный вдохновитель этого коллектива – клирик храма святителя Николая поселка Володарского Максим Гортинский. Группа существует уже 4 года и пользуется все большим интересом. Мы видим, что и молодежи нашей, по крайней мере, приходской, и где-то и даже, может быть, около приходской, тоже неравнодушно, оказывается, песни нравятся. И музыка может открыть душу и показать, что в человеке есть мир другой, не просто развлечений, и юмор, и все, но еще и какие-то затрагивать духовные темы. Хорошо, такая группа есть, и она создает фон такой, атмосферу добра, позволяет нам прикоснуться к чему-то хорошему, прекрасному. В перерывах между исполнениями священники отвечали на вопросы пришедших, а мы спросили о значении слова в названии группы. «Отпуст» – это краткая, конечная молитва богослужения. Хотели подобрать какое-то такое многозначное слово, да, «отпуст» – это конец, с одной стороны, службы, но и начало какого-то периода, который после службы. Мы стараемся, чтобы наши песни несли христианский смысл. Юная прихожанка храма поселка Володарского Елизавета пришла в группу 2 года назад. Она и ее мама Марина Колпакова, играющая на саксофоне, теперь вместе занимаются творчеством. А Лиза еще и солирует в группе. Ангел с небес, торопясь, должен на небе опять сосчитает звезды. Сначала мне не очень нравилось, потому что мама играла, а мы с ней два духовика, и это не всегда хорошо в группе. Но потом я попробовала, приехала на репетицию, и вот мы с ней как-то сыгрались, и вот теперь у нас даже совместные концовки. Группа очень хорошая, мне очень нравится с ней играть, и поэтому я думаю, что я не буду заканчивать на начатом. Все произведения, которые исполняет группа на своих концертах, написаны как музыка, так и стихи самими участниками коллектива. Людмила Медведева, Сергей Ларин, Видное ТВ.